Мы нигде не видим дискуссии. Мы нигде не видим обсуждения. Мы слышим кричащих людей, одни кричат одно, другие кричат другое. Понимаете, наша психика такова, что мы все время ищем подтверждение собственным взглядам и установкам. И когда все ангажированы, когда все находятся в ситуации, что они бьются за что-то, вот, то вот эта тенденция к поиску подтверждений, нет, предвзятость подтверждения, вот название. Вот. И все в этом смысле находятся абсолютно в коконах своих информационных, и нету дискуссии. Понимаете, вот когда люди разговаривают, пусть они имеют разные точки зрения, это видно. А когда они орут, это тоже видно. Вот если они орут, вы уже не можете верить априори и по определению. Только в том случае, если вы видите, что идет разговор, где люди разных точек зрения пытаются свою точку зрения как бы обосновать. Но если они начинают друг друга орать, все опять снова закончилось.